И теперь о погодных рекордах в Москве. Этим утром в 6 часов в столице было почти 3 градуса тепла, не хватило 1/10. Такие показатели были зафиксированы на главной метеостанции на ВДНХ. Предыдущий рекорд для 31 января, по данным синоптиков, был установлен 55 лет назад. При этом ночью столбик термометра находился примерно на такой же отметке, что также является температурным максимумом. Кстати, уже в течение дня ожидается новая волна потепления.